честь Всемирного дня футбола завершился пятый тур открытого чемпионата Нижнего Тагила по футзалу. В игровом дне участвовало 7 команд. Всего было сыграно 6 матчей. Уже 12-й сезон проводится городской ассоциацией мини-футбола. Мини-футбол где-то ближе сродни с баскетболом, с гандболом, поэтому развивает скорость, ловкость, взаимодействие, командное чувство локтей товарища. То есть не дает расслабляться, то есть концентрация, предельная концентрация, внимание. Все надо делать очень быстро, очень точно. И кто это выполняет быстрее, точнее, технично, тот и побеждает. Естественно, сила воли, желание победить, вот, так сказать, прыгнуть выше себя. Все это, конечно, и развивает и личностные качества человека. Матч открытия тура встречались команды «Мечтатели» и студенты Нижнетагильского технологического института. Игра получилась напряженной. В составе «Мечтателей» 2 гола забил голкипер Сергей Плюхин, показав, что в мини-футболе все возможно. Окончательный счет 6-4 не в пользу УФУ. Смутные впечатления. Команда показала невнятную игру, поэтому пропустили 2 гола от вратаря. То есть, смешные моменты были, поэтому как-то непонятные чувства от игры были. Лично у меня. Так, команде спасибо, соперник. Молодцы. В составе «Мечтателей» дебютировал воспитанник Серовской мини-футбольной школы Никита Конотоп. Сложное начало, непривычный зал. Вроде все. Были, конечно, но как-то что-то не получалось из-за того, что мы дружили за залом. И шла игра. Надеюсь, во второй игре я покажу себя лучше. Во второй игре с командой «Вистер» Никите удалось адаптироваться к новым условиям. В итоге молодой нападающий оформил дубль. Но этого не хватило «Мечтателям», чтобы набрать очки. Результат встречи 2-7 в пользу одних из лидеров чемпионата команды «Вистер». Чемпионы прошлого сезона, команда «Союз НТ», очередной раз продемонстрировали свое мастерство. В первой игре были обыграны студенты УФУ, во втором «Союз» нанесли сокрушительное поражение поселку Устюниха 3-18. Выступаем второй год, впечатления положительные, все в принципе нас устраивает, сильные соперники, интересная борьба, интересные матчи, надеемся это, еще выиграть пару матчей. Задача у нас такая, чтобы поддержать форму перед летним чемпионатом, потому что мини-футбол мы играем чуть послабже. Конечно, в каждом матче хочется добиться победы. В принципе, какие-то комбинации разыграть, красивый гол забить. Во втором матче Стюниха вступила команда «Вистер», и в завершающей игре тура «Салют» праздновал победу над «Авангардом» со счетом 3-8. Турнир проходит нормально, и по случаю этого хочется всех поздравить с праздником футбола, мини-футбола, пожелать хорошего здоровья, удачи, прогрессировать и добиваться наивысших результатов. По итогам игрового дня «Союз НТ» обогнал всех конкурентов и вышел на первую строчку открытого чемпионата Нижнего Тагила по мини-футболу.